«Вперед в будущее» – девиз областного выпускного бала. В эти минуты это знаковые слова как минимум для нескольких сотен вчерашних школьников. Здесь выпускники абсолютно со всех уголков области. Это победители и призеры всероссийских и международных олимпиад. Для ребят организовали концерт, мастер-классы и проведение всеразличных шоу. Welcome Zone встретила ребят музыкой, а ведущие, известные комики, поддерживали непринужденную дружескую атмосферу. Молодые люди отдыхали в коворкинг-зонах, на фудкортах, а самые активные делали снимки на фотозонах и участвовали в интерактивных развлечениях, флешмобах. В этом году около 500 ребят области окончили школы с золотыми медалями. Самый урожайный в этом плане Тамбов. Здесь наибольшее число медалистов – 121 человек. Саша Свиридова окончила центр образования номер 13. Девочка собирается стать журналистом, поэтому сдавала русский язык, литературу и базовую математику. О результатах рассказывает смело. Русский – 89 баллов, литература – 96 и пятерка за базовую математику. Саша признается, что в школе она научилась самому главному – общаться с людьми. А это пригодится и в дальнейшей жизни. Мне очень повезло с моим классом. Он у нас был очень дружный. Одни из самых запоминающихся моментов – это дни рождения наши, потому что каждый раз мы скидываемся и празднуем дни рождения. И поздравляем, устраиваем сюрприз одноклассникам. У нас все очень хорошо подружились. Выпускник из Самбурского района Илья Березин планирует подавать документы в Рязань, Саратов и в Тамбов. Он будущий медик. Сейчас Илье тяжело расставаться со школой. И ярче всего это проявилось на последнем звонке. Парень говорит, что даже пустил скупую мужскую слезу. Понимание, что ты уходишь из школы и больше никогда не вернешься, оно, я не знаю, как-то растрогало меня. Еще вчерашних школьников поздравил временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. Он пожелал не забывать своих однокашников и почаще возвращаться в родные учебные заведения. У вас новые возможности, новая жизнь. Кто-то пойдет в институт. Надеюсь, большинство останется в Тамбове. Ну а кто уедет, конечно же, учитесь, получайте хорошее образование и возвращайтесь обратно на свою родину. Тамбов, Кирсанов, Рассказово, Мучкапский район. Ребят, удачи вам в жизни. Ничего не бойтесь. Вот просто не бойтесь, идите вперед и только вперед. У меня в этом году тоже праздник. У меня в субботу был выпускной моего старшего сына. Тоже сейчас готовится к поступлению в институт. Действительно волнительно. Я тоже ему те же слова, которые говорил вам сегодня, вам говорил своему сыну в субботу. А возвращаться выпускникам вузов действительно есть куда. Максим Егоров подчеркивает, что в регионе прикладываются все усилия для появления в Тамбове и области интересной высокооплачиваемой работы, которая и позволит комфортно жить и интересно отдыхать. Полина Болотова, Алина Сири, Александр Щеднов. Область новостей.